В чем состоит служение Богу? Ни в чем ином, как в устранении из ума всего чуждого, когда славословим Бога. Да не будет в нас услаждения чем-либо земным в то время, как мы молимся Ему. Да не будет в нас злобы в то время, как воспеваем Его. Преподобный Авва Исаия. Пост – дар древний, пост – драгоценность отцов. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «От древа, еже разумейте доброе и лукавое, не снесте, а сие не снесте, есть узаконение поста и воздержание». Святитель Василий Великий. Пост возносит молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями. Святые отцы, объясняя важность воздержания в пище, настаивали и на том, что надо одновременно воздерживаться от пороков. Ибо в нравственном исправлении человека состоит главная цель поста. Святитель Василий Великий.